В Якутске открылась фотовыставка, посвященная героям легендарной перегоночной трассы «Аляска-Сибирь». В этом году трассе мужества исполнится 75 лет. Фотовыставка продлится 10 дней. В ней представлены уникальные фотографии и данные с самого опасного маршрута воздушной трассы от Сеймчана до Якутска, который пролегал над Аймеконием, полюсом холода. Все материалы об Аймеконском аэродроме местные жители совместно с историками собрали за один год. По их словам, экспозиция является большим вкладом в память о трудовых и боевых подвигах земляков. По этой трассе было доставлено в нашу страну 8 тысяч боевых и транспортных самолетов, сыгравших определенную и значительную роль в Великой Победе. И еще, что очень характерно, что впервые удалось найти людей из местных жителей Якутии, из жителей Оймяконья, которые участвовали в обслуживании перегоночной трассы.